Всем привет, мои хорошие! Пришла посылочка, Василек. Ой, какая большая, огромная. Уже не терпится ее распаковать и посмотреть, что там. Давайте распакуем. Самая огромная вещь, которая там лежит, я ее в первую очередь покажу. Ой! 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 Ух ты! Ух ты! Самая большая вещь крупная, которая тут лежит, это подушка. Девочки, заказала я подушку. Вот мне не терпится посмотреть. Выбрала подушку пух-перу. Самую дорогую. Самую дорогую. Я уже давно хотела подушки заменить. Но я пока что выбрала подушку одну. Я думаю, что я посмотрю. Гусиный пух тут написано. Подушка 50 на 70. Я чувствую, что тут прямо перо, а не синтепон какой-нибудь. Ну, пух-перо. Вообще, вот эта подушка, она такая вот самая-самая была дорогая. Думаю, возьму премиальную себе подушку. Потому что подушка, конечно, для головы это самое главное. Вот такая подушечка. Здесь натуральный хлопок, ткань. Обшита вот здесь вот такая вот обшивочка. Ну и все, белый чехол, это хорошо, как раз не будут, если прозрачные наволочки, не будут какие-то рисунки выпячиваться. Так, а что у нас тут на бирочке написано? Ну-ка посмотрим. Так, наполнитель полупуховый первой категории. Масса наполнителя 1,1 килограмма. Ткань, чехол, 100% хлопок. В общем, подушка это весит килограмм всего, девочки. Килограмм и 100 грамм. Ну, она такая легкая. Вообще, мне кажется, она должна быть классная. Ну, в общем, когда я на ней посплю уже какое-то время, я вам потом во влоге скажу, как. Или в следующем видео, когда я буду Василек брать. Я уже так чувствую, что она мне понравится. И я, наверное, ее еще одну закажу, вторую. Мне две должно быть. Стоит подушечка это 1216 рублей. Но я так чувствую, что она стоит этих денег. Ой, она прям классная. Так хочется ее прям помацать. Классная. Ну что, девочки, давайте пройдемся по одежде. Заказала я себе вот такой вот костюмчик. Симпатичные расцветочки. Это 54 размер и стоит 912 рублей. Откроем, давайте посмотрим. Это хлопок чувствуется, хотя здесь есть нитка вискоза. Вискоза или полиэстер есть. Она такая вот как тянется. Вот. Но мне понравилось то, что здесь вот такая вставочка цветная симпатичная. И то, что здесь нету капюшона. Потому что когда я одеваю под пальто, капюшон иногда мешает. Вот. Ну хорошенький костюмчик, 54 размерчик. В общем, тут здесь на манжетике. Манжетик небольшой такой на рукаве есть. Внизу есть тоже манжетик. Молния идет на всю длину. И он такой вот легкий. Здесь ткань такая вот, как кулирка впереди. А здесь вот на этой ткани немножко есть такая добавочка тянущаяся. Так, посмотрим. Посмотрим. Ну, написано хлопок 100%. Хотя я просто чувствую, что здесь, мне кажется, есть какая-то добавка. А хотя, кто его знает, может быть, это правда хлопок.
чувствуется как хлопок в самом деле, да, девочки? Ну вот такой вот легкий костюмчик вот я решила себе взять, чтобы у меня был легкий костюмчик. И вот такое вот трико. Трико внизу на манжетике. Боковые вставочки вот такие с цветочками цветные. И наверху вот такая резинка. Вшитая, широкая, довольно просторная. Вот я люблю, когда просторные резиночки, чтобы они не давили. И здесь есть кармашки. По бокам кармашки. Хорошенький спортивный костюмчик. Да, в нем даже в спортзал можно ходить. Я же теперь в спортзал уже хожу. Вот надо померить, да, девочки, костюмчик. Классно, классно. И еще один костюмчик я взяла. Называется «Милашка». 952 рубля стоит этот костюм, но этот костюм 52 размера. Я не помню, почему я взяла 52 размер, но почему-то взяла. Ну, давайте посмотрим. Ой, он такой мягкий, тепленький. Здесь такой легкий-легкий есть начесик внутри. Так, начнем тогда с трико. Трико, вот такая резиночка вверху, карманов нету нигде, внизу вот такой манжет с полосочками, такой серенький цвет, ну приятный цвет, и вот такой же с начесиком вверх, смотрите, милашка, мне вот этот милашка понравился, может быть из-за этого я этот костюм заказала. Рукав 3/4 или 2/4. Прямой такой крой, полосочка. Приятный цвет, хорошенький. Но надо померить. Тоже хорошенький костюмчик, такой вот для дома он подойдет. И да, может быть еще из-за того, что однотонные штаны серые я хотела, а может быть из-за этого я заказала этот костюм, скорее всего из-за штанов. Да, это точно из-за штанов, но я смотрю, что верх мне тоже нравится, и если вот он будет мне по размеру нормально, то прям с удовольствием, с удовольствием. И кстати, вот этот милашка, он такой пушистенький, прям пушистенький. И вот такая штучка наверху. Ой, какая прелесть. Какая милота. Мне прям очень нравится. Надеюсь, будет мне как раз. Надо тоже померить. Ну и еще, девочки, я так же, как я хотела серенькое трико, я решила еще взять на всякий случай леггинсы тоже серенького цвета. Отдельные леггинсы. Леггинсы стоят 311 рублей, это 54 размер. Сверху вот такая резиночка, карманчиков нету. Внизу они идут прямые, просто зауженные чуть-чуть к низу.
Вот хотела трикотажные леггинсы. Кстати, тоже это в тему спортзала. Пошла в спортзал, и мне почему-то там в бриджиках, в велосипедках не очень нравится. Ложиться приходится на этот ковролин. И, в общем, хочется такие вот какие-то типа леггинсы или трико, что-то. Вот, но это тоже померяю. Померяю я с футболочкой. Еще я взяла футболочку. Взяла две футболочки. Одну взяла такого же цвета, серенькую. Вот такую вот. Эта футболка 54 размера. Стоит 555 рублей. Рукав тоже идет вот такой, не длинный, а 3/4. Она такая вот тянущаяся, как лапшичка. Такая вот ткань, как лапша. Видно? Вот. И вот она такая вот просторная, висячая. Должна она тоже... Ну, она не короткая вроде бы, такая вот длина нормальная. Вот, ну, с леггинсами надо померить и посмотреть. Ну и заказала еще одну футболочку. Мне приглянулась вот эта вот тельняшечка, такая вот полосочку. Майка-тельняшка. 210 рублей стоит. Она вот такая тоже вот длинненькая. Нормальная такая длина. Прикрывает попочку. И вот она такая маечка сделана. Ну вообще в таких маечках летом я люблю дома ходить. Такие вот. Ну и тоже под леггинсы, кстати, тоже в спортзал, если будет жарко, тоже вот такую вот, уже без рукава, можно маечку одеть. Вот такая вот хорошая. Это чистый хлопок, трикотаж, кулирочка. Мягкая, нежная ткань, приятная. Ну тоже с этим трико я померю, как это будет выглядеть. Не с трико, а с леггинсами. А еще я заказала две вот такие вот наволочки. Это на декоративную подушечку 45 на 45. Они по 165 рублей каждая. И вот мне хотелось брать как раз таки однотонную. У меня есть две наволочки, которые мне не очень нравятся. Я решила их заменить. Вот я подобрала как раз цвет, который мне понравится. Однотонный, приятный голубой. Вот такой цвет. На молнии она закрывается. Вот хорошенькая наволочка. Вот такая. Оп. И еще одна. Тоже такого приятного цвета. Такой кремовый. Он такой легкий беж, но он как такой кремовый. И тоже вот такая приятная однотонная наволочка. Вот. Сюда и... О! Красота! Правда. Что еще дальше у меня есть? Дальше у меня есть полотенчика 40 на 70 серенького цвета. Решила заказать полотенчика. Вот захотелось мне такого цвета, потому что я посмотрела, у меня все полотенца в основном розовые, голубые. Захотелось мне уже такой серенький, какой-то коричневый я уже заказывала себе. А вот такой вот цвет нужен.
Очень, кстати, хорошенький для рук, для ног тоже подойдет. Полотенчика стоит 77 рублей. Это Узбекистан, 380 грамм на метр квадратный. Хорошенькое полотенчика. Что еще из махровых вещей я себе заказала? Не вещей, а изделий. Заказала я себе еще одно полотенчико, ну, приближенного цвета. Вот одно такое серенькое, а другое легкое бежевое, легкий бежевый цвет. Ну, вот решила такие для рук себе полотенчики, в общем-то, заказать такого цвета. И вот такая вот салфеточка тоже для кухни, небольшая розовенькая. А салфеточка стоит 30 рублей всего, тоже махровая, для кухни очень хорошо. Ну вот и все, девочки мои. Ознакомила я вас со всей своей посылочкой, со всем своим заказом. Весь заказик мне очень нравится. Вообще, я часто очень делаю заказы в Васильке, в любимом Васильке. Вот это, кстати, давно уже заказывала. Вот эта вот туничка такая симпатичная, вот, которую я сегодня одела. Тоже из приятной такой ткани. Ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Заходите по ссылочке и выбирайте себе подарочки и подарочки своим любимым. Там есть вещи для мужчин, для женщин, для детей, постельное белье, полотенца и много всего другого интересного, что вы там можете еще найти. Тем более уже, в общем-то, приближается 8 марта, женский день, поэтому побалуйте себя какими-то вещами, какими-то подарочками. Выберите себе трикотаж для дома, для спорта и также для своих близких, любимых, для своих детей. Тоже можно сделать там какой-нибудь подарочек. Ну вот и все. На этом я видео свое заканчиваю. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!